Игорь, когда Халк бежал и вроде бы должен был сам забивать, вы все-таки ждали от него передачи до последнего? Да не, просто бежал до конца, мало ли, то есть рикошет, игрок это бьет, просто бежал. Думал, честно, он сам будет бить, но так получилось, что все вышло удачно, он хорошо покатил, я забил. Что скажете об игре в целом? Ну, игра была тяжелая, начало первые минуты плохо начали. Хорошо, что забили первые еще и два, то есть, и потом пошел такой открытый футбол, который, думаю, только нам на руку. Зрителям, думаю, это зрелище понравилось. Мне кажется, мы должны были забивать еще больше. В первом тайме счет делать уже 3-0. Ну, хорошо, что выиграли, забили третий мяч. Терек в прошлом году огорчил здесь «Зенит». Держали ли это в голове или, в общем-то, поскольку это было уже давно, и обычно на этом, может быть, даже и не помнили, или помнили? Ну, в любом случае, это у нас сидело в голове, но мы играем у себя дома, это независимо от в том году выиграли мы или проиграли, им сегодня есть игра, которую мы должны победить. С такой установкой мы вышли на игру. Вот при счете 2-0 после 11 минуты, тяжело или нет настраивать себя на дальнейшую борьбу? Или, в принципе, не смотришь на счет в этой ситуации? Да нет, на счет всегда смотришь, но самое главное не потерять концентрацию, то есть правильно стараться продолжать в том же духе действовать. Ну, то, что мы и сделали. 3-0 сегодня, в принципе, мог счет быть и крупнее, и гости могли забить. Вот, в принципе, насколько справедлив результат? Ну, я думаю, если счет 3-0, значит, он 3-0. То есть тут и у них были моменты, и у нас были еще моменты. Ну, раз мы закончили 3-0, значит, такой счет и должен быть. 4 в Екатеринбурге, 3 здесь и вообще 9 очков после 3 матчей. «Зенит» продолжает прибавлять, как вот, собственно, и тренер говорил, что по ходу будем еще набирать. Ну, мы работаем, конечно, от матча к матчу мы лучше себя чувствуем. То есть, я думаю, правильно движемся в правильном направлении. Ну, очки пока еще, наверное, да, то есть сколько там очков пока... Или пока все выигрываешь, их считать не надо, все само собой получается. Да, мне кажется, просто надо выходить и выигрывать, очки считать в конце будем. Начало чемпионата, то есть, мне кажется, глупо смотреть в таблицу, просто надо выигрывать свои матчи, все. У «Зенита» сейчас получается такой парад открытий стадионов. В Екатеринбурге вы открыли новый стадион, сейчас поедете в Уфу новый открывать, это интересно? Ну, в принципе, как-то не думал об этом. Главное, чтобы народ пришел. Самое главное.